Хейо, гайз, с вами Шимки, и я решил пройти еще одну игру под названием Cuphead. Ну что, начнем? Сразу можно заметить, что игра в виде старинных мультфильмов где-то 30-х годов. Еще есть типа эффект вот это. Кино вот это эффект. Ну типа вы видите, блимкает. Ладно, начнем. Так что у нас по опциям? Нормально. Так, начать. Cuphead. Не имей сделок с дьяволом. Так, однажды в удивительном месте под названием Чернильный остров было два брата по имени Cuphead и Magman. Они жили без забот под присмотром старого чайника. Одним днем два мальчика были далеко от дома и не послушали старого чайника о предупреждениях и с удовольствием зашли в казино дьявола. Внутри Cuphead и Magman играли на крепс-столе. Стало жарко. Менеджер казино, король костей, сказал, они не могут проиграть. Отлично, мальчики, сказал незнакомец. Братья открыли рот. Это был сам дьявол, хозяин казино. Ну что, может, повысим с вами ставку? Если вы выиграете... Итак. Если вы выиграете, я позволю забрать всю прибыль к казино, сказал дьявол. Но если вы проиграете, я заберу ваши души. Согласны? Cuphead был ослеплен богатством и кинул кости. «Не надо, Cuphead!» — сказал Magman. Он понимал, что это очень опасно, но было слишком поздно. «Единицы!» — громко засмеялся дьявол. «Вы проиграли!» Братья тряслись от ужаса. «Теперь отдайте мне свои души!» А братья начали умолять его. «Может, есть другой способ вернуть долг?» «Мистер Дьявол!» — добавил Cuphead. Или Cuphead, да? Да, Cuphead. Может и есть, сказал дьявол и достал контракт. Я верну ваши души, если соберете мне души должников этого списка. А теперь убирайтесь, прорычал дьявол и пинками выгнал мальчиков. Завтрак полночи вы должны собрать все души, иначе я заберу ваши души. Так, Cuphead и Magman были очень напуганы и бежали со всех ног, как могли, быстрее, Маг, сказал Cuphead, мы должны найти старого чайника, он знает, что делать. И все вот пританцовывают здесь. Серьезно, как вот у Микки Маус 30-х годов, когда еще был черно-белый. Загрузка, конечно, долговатая немножко. Ну и в приключения вы, ребята, попали. Я знаю, что вы не можете, что вы не хотите быть пешками дьявола. Но если вы откажете, я даже не знаю, что у вас будет за судьба. Теперь вы должны играть и собирать части контракта. И вы должны будете быть готовы до сделки или до бизнеса. Ну, скорее всего, до сделки.
Так. Keep your friends. Когда вы встретите друзей, они будут вам не рады. По факту они превратятся в страшных и жутких зверей. Вот, возьми это зелье. Оно даст тебе волшебные способности. Мордринджер и Магикал. Ну вот, Магикал. Так, теперь подойди к моему письменному столу и используй магические чернила. Тебе нужно подготовиться к путешествию. Так, туториал. Сейчас посмотрим, чем нас тут научат. Так. Так. Пригнуться. Кью, так это джамп. Так, shift, dash. Полеты на дальнее расстояние, окей. Так, вниз и кью. Это спрыгнуть. Шот. Так, у нас он стреляет из пальца, или он типа щелчками пальцев чук-чук-чук-чук пуляет. Так, и это лук. Ага. Так, мишень, да? Готово. Так, Perry Slap. Так, Perry Jump, the carry event to kill nowhere fail you FK. Короче, вы можете прыгать на делать двойные прыжки на типа розовые предметы. Что даст вам супер метр, супер атаку. Ага, вон карточки у нас какие-то появились снизу. Так, прыгните два раза, то что, ну это короче для мультиплеера, а мы играем в соло. Так, X-Move, так, супер атака, да? Ага. Коин, так, коллекционируйте или собирайте монеты для того, чтобы использовать их в магазине. Окей, выход. Так, это получается, у нас с вами уже есть, по сути, одна монетка. Или это просто туториальная монетка? Так, ладно. А, я хочу тут... Так, теперь ты, типа, готов, что такое? Прыгни и покажи мне ногу. Ладно, пойдемте. Бля, я не знаю, если буду такие долгие загрузки, я буду, наверное, вырезать эти моменты. Ага. Quip. Shift. Ага, атака. Вторая атака. Супер Сапер. Типа чашка или что это? И чарм. Типа дополнение или бонус к чему-то. Лист. Ага. Здесь мы еще ничего не сделали. И у нас с вами три мира и финальный, как я понял, мир. О, видите, да. 1930 год. Так. О, какое-то яблоко откусано. Хей, Филос, я смотрю, тебе нужна моя помощь или что-то того. Use it some way of getting to terrible. Ты можешь обходить или сокращать пути, все такое. Ты должен бегать, прыгать, стрелять или атаковать. But you prepare just to kind of about and you going. Пути. Что-то препе. Непонятно. But hey. Но подожди, дай мне свою руку, я тебе кое-что дам. Вы получили 3 золотые монеты. Thanks.
больше ты мне ничего не дашь, окей. Так, пятнышко у нас это... Forest Fallows. Лес, что вот это там. Так, у нас с вами 4 монетки. Porking Emporium. Типа, лавка поросенка. Или лавка свиней, что-то понятно. Так, Chaser. Chaser Orbit. Самонаправляющие пульки. Длинная атака, но маленький урон. 4 монеты, да? Хе. Так, хитпоинт. Дополнительное сердце. Сприт. Иджи-вей. Так, короткие атаки, но сильный дамаг. Смок бомба, инвизит дэш. Дымовая граната. Делает вас уязвимым во время телепортации или во время использования. Random about. Jump rebound. Атака действующая как в виде бумеранга. Так. В принципе, можно купить либо атаку, но сердечко тоже было бы неплохо. Давайте с вами купим, наверное, Chaser. Самонаводочку. Ага, Lobber, Keblows. Medium range and one good damage with slower rate of fire. Короче, мы атакуем, как я понял, воздух в виде шариков и наносим хороший урон. И хороший, как радиус атаки. Но, скорее всего, я сейчас соберу монеточки, 3 штуки, и куплю смок-бомбу и дополнительные сердечки. Ты приобрел... Так, тоже. Так, открой свой квест-лист. Ты приобрел новое... Как способность... Короче, что-то... Вот это, что мы купили, только что не было. Он говорит, типа, ты можешь открыть меню и поставить это. Shift. Ага. Ага, окей, пускай здесь будет. Так, ладно, пойдемте сразу на миссию. На лесок. Run a gun. Бежать и стрелять. Не, бег. Ган это оружие, по-моему. Это он! Так. Угу. Вот, переключаемся, хорошо это. Ага. Ну ладно, поехали. Угу, цветочек. Ой, что-то вас много, ребят. Ну, заметьте, что они умирают с одного попадания. Но, если честно, пока что легко. А, уже не легко. Так, грибок. Минус грибок. Раз. Минус. Оп, оп. Коинс. Ладно, просто бежим. Так, пока с вами походу еще не все пропустили. Коинс. Так, падай, падай. Цветочек какой радостный, напряжный. Свои эти желуди используют. Цветы похожи как в этом. Как у нас в Марио то, что вылазили из труб. Так, давай. Зараза. Так. Оп.
Браво. Так, мы с вами прошли раннер. И у нас осталась одна хпшка. И два раза мне космика. Так, время. 2 минуты. Ой, как-то очень громко. Все 5 монет собрали. На бэшку, это хорошо. Сейчас, скорее всего, поставлю немного потише, а то в конце звук громкий. Ту-ту-ту-ту-ту. Opens. Так, аудио. Только не знаю, волн, это фикс, да, по-моему, вот это? Так, нам с вами дали мостик. Ага, и... Ага, топорик. Так, что у нас здесь? Рыбка. Спирит охватывает ее рил. Скорее, спирит, ускоряйся или беги. Ты серьезно ждешь этого батюхит? Короче, следующий раунд, все такое, что слишком много слов. Ага. Типа, а ну стоять. Типа в каждое здание, что шевелится, можно заходить, да? Ну ладно, давайте сюда зайдем. Мавзолей. Первый этап. Прыгающие часики. Помоги, рейте. Ага, их убить нельзя, я понял. А, они мне тоже урон не наносят, это хорошо. Призраки. Не достал. Скорее всего, один раз, если не дотронуться, я проиграю, да? Так, давайте нижнего. Раз. Не достал, окей. Нет. Опа, успел. Давай. Шляпник. Но шляпники, они маленькие и быстрые, а эти, ну как, большие и медленные. Великолепно. Короче, до вот этого радиуса, когда не доходят, можно достать. I don't know. Я даже не знаю, как тебя благодарить, мальчик, что ты сохранил меня или спас. Вы, менеджер, может, тебе что-то надо? Я не... Myself? Ай, больше я не знаю. No. Я даже не знаю. Легендарная кружка... Пожалуйста, возьми ее. Я думаю, она магическая, и она поможет тебе в твоих путешествиях или что-то с призраками. Speaking magic. Спекулянт, я не знаю, вот магическая. Please, пожалуйста, возьми ее и short help за то, что помог мне. Или я помогу тебе. All the mouse homes about you now is just wonder. Ну плевать, ладно. И он то, что мы получили с вами какую-то помощь от этого призрака. Мы сможем ее как вызывать. И вы разблокировали новую кружку, сапер. Или чашку. Дорогой, я... ты должен активировать супер чашку, когда по... Ну, короче, когда вы активируете... Короче... Сапер нам, короче, когда вот мы получаем заряды, способность, да, вот этих карточек. Когда мы собираем максимально и используем ее, у нас используется вот супер атака или что это, типа помощь. Так, у нас с вами 5 монеток. Так, у нас тут дерево шатается. И... Сад. Там монетка какая-то. А еще что-то у нас тут есть.
Опа, там банка какая-то шевелится, топор. Так, о, топорик. Так, о, там еще цветы у нас шевелятся, ну-ка. Могу сюда куда-то попасть? Нет. А там, походу, второй мир, да? Или нет? Так, давайте, ладно, с топориком поговорим. А вот I am looking. Что ты смотришь? My chip? I am fellow. Так, я не знаю, что мне делать. Мне нужно вырубать лес, но мне нужно заточиться. А ты можешь мне помочь с этим? Я не понимаю, что там сзади тебя лежит. Или мне нужно тебе помочь? Да, я понял. Отстань ты от меня. Можно ли как-то это по-быстрому скипать, не знаю. Им, походу, ему нужно помочь. Я вижу, там что-то лежит. Золотое. Ладно. Три топ траубл. Типа деревянный топ. Давайте посмотрим. Беги. Так, розовая букашка. Так, букашки, дятел. Ага. В принципе, так. Нормально. Коинсы сразу собираем. Давай. Оп. Бежим, просто стреляем. Так, на водочку используем. Так, жуки уже у нас, деревья какие-то, пеньки. Не зря я все-таки на водочку купил. Что, почему? Я вас понял. Не-не-не, спустимся немного, он отвлекается. Вот так. Давай, ломайся, ломайся. Оп, 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 оп. Главное, сохраняем сердечки. Так, коинс. Я не достаю, да? Ладно, поднимемся еще на одну ступенечку вверх. Или доска, не знаю, пенек. Так, пока идем хорошо, у нас уже с вами полный заряд. Ага, москиты какие-то. Ага, если мы прыгаем, они сразу умирают, окей. Так. Ага. Хорошо, пока идем. Ух, вот это плохо. Очень плохо. И что? Так, сразу используем суператаку, которую нам дали. Опа, все, мы одолели его. Так. Сумка. Мы просто сдохли в конце. Мы с вами как-то еле дошли. И... Ладно. Понял, принял. Ладно. И так сойдет. Так, сразу переключусь на самоатаку. Просто как бы обидно, мы с вами его убили. В конце концов, все равно сдохли. Так я думал, он допрыгнет, еще не допрыгнул.
Так, тихо, не рискуем. Не рискуем, не рискуем. Так, тихо. Давай атакуй. Пеньки эти. Нам бы заряды еще с вами пополнить. Вот, я думаю, эти соберем с вами. Давай. Мне зарядики нужны. Розу кинь мне. Ладно. Оп. Все. Все-все-все, нам хватит, хватит. Хорошо, хорошо. Все, 5 зарядиков. Главное до конца выжить, собрать все монетки. Да главное жизнь не потратить там, где мы тогда на огоньке потратили. Как же мне тогда сделать так? Оп. Раз, два. Опа. Тихо. Опа, все. Опа, что-то я не заметил его. Так, так, так. Так, оп. Так, переключись на обычный. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Так, суператаку использую. Все, готово. Главное здесь не тупануть. Надеюсь, далеко все. Браво, браво. Фух. Раннеры. Да, все равно громко. На бэшку. Да-да-да. Так, как раз мостик на низ открыли. У нас 10 коинсов. Это очень хорошо. Давайте тогда купим то, что мне как раз надо. Да, паркинг. Добро пожаловать, добро. Так, ХП дополнительно куплю. Пэс-шуга. Автоматик пэри. Автоматически, так, you first paramount, like automatic, you need to go and jump. А, короче, мне нужно ходить и бежать, и я буду, типа, пополнять потихоньку заряд. Так, смог. Ого, мне еще на заряд хватит. Кофе, автоматический метр. А, не. Автофил метр, это, скорее всего, вот это. Автоматически пополняет во время ходьбы, так. Честно, даже вот не знаю, давайте купим. Вот этот, наверное. Ого, Черш, Радил Барэш. Так, короче, мы пополняем с вами заряд как? И отпускаем огонь, типа, с пальца. Соберу денежку, куплю его. Так, и у нас с вами времени хватает как раз на еще одну локацию. Давайте, наверное, сюда сходим. Ботаническая катастрофа. У нас Simple и Regularity. Давайте на Regularity. Ой-ой-ой, зря я пошел. А, картоха, ready. Ладно. Надеюсь, выиграем. Так, и розовая. Это у нас червячки, да? Она розовая, все, мы можем прыгать. Ладно, не вышло. Теперь вышло. Минус картоха. Босс какой-то легкий. Опа. Лучочек. Ага. Капли сверху вижу. Оп.
попал, ладно. Рискованно, рискованно. Так, минус лук. Кто теперь? Ага, морковочка. Так, здесь уже нужны автоматическая наводка. Хорошо, принял. Хорошо, минус заряд. Мимо. Мимо. Опа. Давай, давай, давай. Так, главное тайминг взять, когда он вот из глаза пуляет. Оп. Нокаут. Минус Маркович. Две звезды. И мы это выиграли на цешку. На троечку. Нормально. Так. Городский садомаза. Так, у нас лесенечка, и у нас... Так, мы получили одну часть контракта. Хорошо. Так, и у нас открылся кораблик. И монетка. А, харумф. А, эти монеты... Типа, он скрывает монеты, это мои монеты, никому нельзя верить в банке. Вообще никому. Дьявол все видит и все знает. Он везде. Поэтому... Спир... Поэтому я прячу свои монеточки везде. And so you happens. И если ты везучий, ты сможешь найти монетки... Две монетки. На удачу, что такое? Say how. Что насчет тебя, Саур, или что-то, я не знаю. Так, и ладно, на этом, в принципе, можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо и пока.